Ну и повисает пауза. Как обычно, паузу мы заполняем минутками. Паузы мы заполняем минутками с непонятно какими людьми. Но если есть желание, кто-нибудь может принять наш вызов. Но принял его простой планетянин. Знаю, гравица ты он либо северный, либо шотландский, он, кстати, достаточно опасен для черных, поэтому я обычно предпочитаю идти вот в фонду 27 слав, здесь у белых нет компенсации. Ну, точнее, есть какая-нибудь, может быть, минимальная, но именно что самое, что ни на есть минимальная. Танцами? Танцами, да, наверное. Мы что, играем в пульку? Да, ну ты же ушел. Я пришел. Всегда, когда я ухожу, я играю в... Ты уходишь, я играю в пульку. Это такое правило уж. Да? Да. Отлично. Так, тут еще одна была песня, одна, пока меня не было, походу. Я прав или нет? Ты ничего не слышал? Да, я ничего не слышал. Может быть, опять что-нибудь заказали? Надо проверить. Кому да, тебе? Если вы заказываете, то лучше пишите, подтверждайте в чат. Мат королем в углу. Мат с королем в углу. А, вот мы только сейчас же сделали. Мат с королем в углу. Нет. В смысле, мат с королем в углу? Я не пойму. Объясните на пальцах. Напишите в комментариях, пожалуйста. Просто это писал аноним, я думаю, может, он не зарегистрированный пользователь. Я обыгрываю одну колиску, обыгрывает 1600, по-моему, это достижение. Где? А, так ты не видишь. Не, серьезно, меня обыгрывает 1600. Уже не обыгрывает, правда. Так, короля в угол загоните и мат ему там. Я надеюсь, это то, что хотел. В смысле? Просто чужому королю на H8, A8 дайте поставить мат? Так я в каждой второй партии такой мат ставлю. В чем идея? Можете... перезаказать, если что-то не да, да, у вас есть шанс. Мат двумя фигурами, ну, например. А, кстати, вот и мат, да. Вот только что был мат королю в углу. Пожалуйста.